Здравствуйте, друзья! Сегодня будем готовить самые простые оладьи. Для этого берем кефир 300 мл. У нас он из холодильника, так что мы его сейчас перельем в емкость и подогреем на газу. Если же у вас кефир уже подогрет, то можете пропустить это действие. Спустя примерно минуту мы добавляем в нашу емкость одно яйцо. Две столовые ложки сахара и щепотку соли. И перемешиваем. Слегка перемешав, начинаем добавлять муку. Муки нам всего понадобится примерно 1 стакан с четвертью. Замешав тесто примерно вот до такой консистенции, добавляем пол чайной ложки соды, хорошо перемешиваем и больше теста не трогаем. Перемешав тесто, наливаем в сковородку растительного масла, чтобы масло покрыло дно. И ставим сковородку разогреваться на газ меньше среднего. Прошло несколько минут, и сковородка разогрелась. Теперь, макая ложку в воду, начинаем выкладывать на сковородку наши оладьи. Как наши оладьи подрумянились с одной стороны, переворачиваем их на другую. Они обжаривались примерно 2 минуты. Спустя примерно 1,5 минуты выкладываем готовые оладьи на тарелку, застеленную бумажным полотенцем или просто бумагой, чтобы лишнее масло впиталось в нее. И начинаем выкладывать вторую партию оладьев. Как вы можете видеть, оладьи на таком тесте очень хорошо поднимаются. И после жарки с двух сторон уже снимаешь со сковороды пышные, хорошие оладьи. Итак, мы дожарили последний оладушек. Всего с данного объема теста у нас вышло 24 оладья. Оладушки получились пышные, мягкие и очень вкусные. Их можно есть как с вареньем, джемом или, как в нашем случае, с медом. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Всем приятного аппетита! До новых встреч, друзья!